Призывы к диалогу, стабильности в стране сегодня звучат в Кыргызстане. Режим чрезвычайного положения в Бишкеке уже действует. Ночью порядок на улицах охраняли патрули из милиционеров и военнослужащих. Накануне в Бишкек ввели военную технику после того, как на главной площади города произошли столкновения между представителями оппозиции. Были слышны выстрелы. Ранили, по голове ударили. Телег, держись! Сегодня состоится экстренное заседание парламента Кыргызстана. Главным вопросом на нем обсуждение кандидатуры на должность премьер-министра страны.